Зрелищность и азарт – главные составляющие конкура – конных соревнований с преодолением препятствий. Именно так завершаются первые конные состязания в закрытом манеже. Площадка в селе Фирсово новая, поэтому и участников немного – 20 человек со всей Сибири. Но, как утверждают в Федерации конного спорта, первый опыт оказался удачным. Обычно первый блин комом, да, то здесь хочется сказать, что кома нет. Очень достойный уровень, организация и состав. Потому что к этому участию, к этим соревнованиям, к участию приехали и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Конечно, категория дети подразумевает, что все-таки дети, но взрослые всадники уехали очень титулованные. Такая неудача – не редкость в конкуре. Со стороны препятствия может и не выглядеть слишком серьезным. Но на самом деле, чтобы его преодолеть, всаднику необходимо моментально рассчитать силу прыжка и знать особенности своей лошади. Животное, как правило, самостоятельно преодолеть барьер может, мешает неуверенность самого человека. Барьер, он называется тройник. Это широтно-высотное препятствие. Оно прыгается достаточно легко и хорошо воспринимается лошадьми, но всадники, поскольку оно очень объемное, большое, всадники на него всегда поглядывают так с осторожностью. Кроме конкура, всадникам выпало показать себя и в манежной выездке. Среди конкурсантов уже появился лидер – Кристина Завьялова. Благодарит счастливую кличку своего коня – «Победитель». Я настраивалась просто проехать на лошади, которая в дальнейшем планируется к выступлению для маленьких ребятишек. Просто настроить его на боевой лад, чтобы он посмотрел на новое место, посмотреть, как он себя в новом месте поведет, попрыгал новые препятствия. Собственно, ради этого сюда и приехал. Ну и пока удачно все проходит. Все прошло удачно, мы выиграли. Позже именно она и займет высшую ступень пьедестала. В юношеском зачете первое место заняла участница из Барнаула. Среди детей золото взяла всадница из Кемеровской области. Пусть конный спорт и менее распространен, чем футбол, но его популярность продолжает расти. Ведь садиться в седло можно даже малышам. Дарья Демиллер, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком.